Как делишки-ребятишки, с вами снова Виноград, и сегодня я поиграю на сервере Hypixel в Skywars. 1 на 1 на 1 на 1 и так далее. Ребята, прикиньте, я просто решил записать видео, а тут рядом со мной Авайка. Ребят, ну за такое срочно нужно за 5 секунд поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1, все, я... Папа и все остальные аниматроники, а также Авайка будут довольны. Всем спасибо. У него, как я понял, стрим, что ли? А, не знаю, потом проверю. Так, Skywars Solo, Normal. Короче, давайте в самый нормальный поиграем. Все, начинается. Так, выбор набора. Ну, самый стандартный, наверное. Не? Нельзя? Это что? Так, ладно, все, начинается раунд. Так, быстренько. Что у нас тут? Опа, нормас. А этот взять. Спасибо. Так. Быстренько, быстренько. Где-то тут же еще один сундук был, да? Да-да-да-да-да. Где тут я и только что еще видел. Так, вон там уже игроки строятся во всем. Только посмей ко мне построиться. Так, здесь вон. О, блоки, отлично. Это сюда, это сюда. Так, тихо, аккуратно. Снежки-то всегда очень хорошо, как правило. Да и... Так, это что это у нас? Стол? Угу. Капец, мне страшно. Все, нормас, я думаю. Еще вот так, все. Шикарно, так. В принципе, да, пора уже строиться. Так, давайте по-быстренькому. Цифра 1. Ой, 9. Так. Он какой-то весь жесткий, какой-то зачаренный. Я к нему не пойду. Давайте, давайте кого-нибудь другого сейчас скокнем. Найдем. Кто остался? 4 человека всего лишь, серьезно? Стоп. Они что, все в тиме, что ли? В одной? Или что? Нет, я же соло нажал. Ой, так тихо. Не хочу влипнуть. По полной. Вон там чел какой-то с золотой фигней бегает. Он примерно моего уровня уже будет. Пасхалочку подобрали. И начинаем расстреливать ее. Просто давайте вот так вот. Опа, опа, опа. Теперь вдруг вот так вот меч. Это мы накидываем. Потом меч вот так вот берем. И давайте за ним, за ним, за ним. Тихо. Чуть не грохнулись, капец. Прикиньте, сейчас бы обидно было, что я просто взял так вот и грохнулся. Так, в эту сторону давайте. Черт! Не-н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 е, спасибо, вот это мне не надо. Вот это мне уже не надо. Так. А типа тима они мне предлагают, что ли, или что? Тим там не зачем? Нет, тим не нужен. Ага, что он там на себе находил-то, а? Сейчас я ему устрою тут. А, так. Давайте. А, срочно, это, да блин, давай. Тут еще кто-то. Непонятно и так. Быстренько валим, то меня сейчас убьют. Я в Skywars вообще почти не играл, поэтому, ребят, сразу же простите за мою... Если я туплю, то это жестко. А, все, у меня закончилась эта фигня. Но у меня еще как бы снежки есть. Я могу ему снежок туда кинуть, знаете. О, попал, кажись. Или не попал, не знаю. Все, нормально, так будет удобней. Сундуки были пополнены. Ага, так, давайте быстренько вот так поменяем, так будет удобней. О, как-то так. Фух. Главное, знаете, сейчас просто в пропасть случайно не провалиться по своей же ошибке, то это максимально обидно бы было. Так, тут всякие ресы валяются. Алмазный шлем. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, тихо, да что у него за жесткий лут? Откуда ты его взял? Ты что, прикалываешься, что ли? С такими невозможно играть. У него какой-то, он, видимо, эти начальные наборы берет. Это невозможно. Вы что, прикалываетесь там, что ли, а? Читеров мне, как всегда, надают, блин. Которые какие-то наборы. Я тоже могу набор взять, но, видите, не дает нифига. Вы выбрали... Нету ничего на мне, неправда.
Обидно. Капзда. Так, ладно, все, давайте спускайте меня. Отлично, это можно сразу же выкинуть. Не знаю, зачем, просто на себя так вот захилю. Сейчас за игрока киданем сюда. Нафиг? Надеюсь. Да нет! Ну вы что, издеваетесь? Капец, все, ну нафиг, а. Следующий раунд, давайте. Крикумбл я какой-то взял, неважно. В смысле выбрано, на мне ничего нет. Вы что? Так, ладно, все, давайте быстренько к сундуку. Капец, блин, как всегда, а. Давайте, быстрее. Сейчас я их всех тут просто постараюсь раскидать, как могу. Вот. Не знаю. Мне ничего не выдается. Не знаю, что за стартовый набор. Может, вы знаете, не знаю. Скажите мне на стриме. Да, приглашаю всех на стрим, который вы двое сегодня. Так. Это сразу же можно скинуть. Так. Я не понимаю, почему они до конца не забирают рез. Видимо, так надо. Ну, я послушаюсь их мнения, в принципе. Все, давайте не будем сильно там залутываться. Все, побежали чисто. Сюда. На центр. Давайте самые жесткие резы подбирать. Пока таковые имеются. Так. Там уже все друг друга сносят. Так, что мне делать? Что мне делать? Я никуда строиться не хочу. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха, получай. Не, так, тихо. Главное, чтобы не отвлечься, то сейчас на него отвлекусь, и в итоге кого-то могу прокакать. Ага, я так и знал, что будут какие-то такие вот. Так, все. Да не, ну я еще не готов, подожди. Я даже ничего не заметил, меня просто взяли и вынесли. Я с этого сейчас так бомблю, просто капздец. Ой, капец. Не дают выживать нормально в этом мире. Так, ладно. Ну что, ну басосики мои, давайте, следующий раунд, поехали. Так, быстренько. Хоп-хоп-хоп, на себя накидываем. Только посмейте сейчас, кто-то ко мне прийти. Вот только посмейте. Вижу уже. Так, тихо. Тихо, там с противоположной стороны все плохо. Так. Лука нету, лука нету. Был бы лук, было бы лучше. Так, тут лук? Нет, тут лука нету. Тут только лава. Ага, вот это все понятно. Так, что мне, в принципе, сейчас не нужно? Не знаю, что мне не нужно, поэтому все нужно. Странно, как это прозвучало. Ну ладно, так, быстренько строимся вот так вот. Давайте, быстренько, мостик. Все, отлично. Мотик имеется, так. Так, нормас. Еще есть какой-то лут. Стоун. А, у меня это. Ну ладно, это будет, наверное, помощнее все-таки. Опа. Ну-ка, наверх, что у нас тут? Я игроков вижу, это Ники. Это опасно. Полетел сюда, давай, полетел. Да нет, ну... Это капец, это просто нереально. Ух, все, ребят, давайте финальный раунд, поехали. Сейчас должен справиться, сейчас кое-что проверю. Так, как-то посмотреть, где. Ага, все. Нормально, так. Это, хоть сейчас я должен не просрать, а нормально попробовать выиграть. А, не, у меня есть соседи, это очень плохо. Так. Так. Все, просто собираем резку так. Одеваем. Так, я максимально тороплюсь, потому что мне страшно это все. Так, сразу же это выкладываем, это себе перекладываем. Это тоже можно выкинуть, в принципе, вполне. Там у нас какие-то задротеры опять бегают. Так, это плохо, конечно, там задротеры бегают. Сейчас я что-нибудь с ними сделаю. Так, ну или они со мной, как всегда. В чем я, в принципе, особо даже не сомневаюсь.
Я даже не буду сейчас нормально быстро строиться, я буду только с помощью тише едешь, дальше будешь строиться. Потому что я сделаю, буду строиться быстро, все, капзда. Проиграю просто последний раунд. Вот так у нас финальный в ролике сегодня. Мне еще на стрим сейчас идти. Так. Что же я вижу? Что-то более хорошее. Так, все, давай попытаемся вынести. Так, давайте быстренько выносим ее вот так. Все. Ребят, мы снова просрали. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей. Идем на стрим.